Всем привет-привет! Как меня слышно, как меня видно, дорогие мои? А почему тихо ролик шел? Был ролик, если что. Не всем было видно ролик, да? Все нормально. Угу, отлично. Ну что ж, дорогие мои, у нас сегодня с вами вебинар «Раскладываем работу по полочкам от А до Я» для наших будущих драгоценных директоров. Да, мы с вами на прошлом вебинаре договорились, что я вас веду к уровню «Драгоценный директор» и рассказываю все, что вы должны знать именно, и веду вас именно к этому уровню. И если вам что-то непонятно, почему вот так, да, то, конечно же, вы можете... Сейчас, на данный момент, задавать вопросы в опросник, который я вам вышлю в конце вебинара. И мы с вами будем подробно раскрывать тему вашего вопроса. Да? Давайте я вам, кстати, его сейчас вот скину. Пока помню, да, а то я потом возьму и забуду. Так, Facebook. Так, если, кстати, у нас с вами наши дорогие марафонщики. Так, наверное, я не найду опросник. Надо позже будет искать, когда уже все. Угу. Потеряла. Так, появилась, да? Есть ли у нас марафонщики на вебинаре? Позже я вам вышлю ссылочку. Не добавила в закладочки, к сожалению. Вот видите, как. У меня есть, да? Ой, молодцы какие! Два вебинара вам сегодня, да? Ну что ж, огромные умнички, сходили и туда, и сюда. Как вам впечатление о первом вебинаре? Как вас Вика Карапина научила тексты писать? Все здорово. Я уже видела, что много кто домашнее задание выполнил. Огромные молодцы. Молодцы, вообще супер умнички, просто хвалю вас. Огромные умнички. Ну, у Вики все проходят, потому что она, даже если что-то неправильно сделает, она переделывает, да, то есть и, конечно, старается, чтобы у вас все получилось, чтобы вы прошли дальше. Она, конечно, да, она очень заботливая, она все равно добьется до того, что вы вот... Да, добрый всем вечер. Ну что ж, на прошлом вебинаре мы с вами говорили, да, давайте с вами вспомним, пару слайдов назад, да, то есть из чего складывается наш доход, вот, и мы с вами говорили о том, что кто такой директор, да, и какие доходы у директора, и какие дополнительные вознаграждения именно бывают уже у директора, да. Директор – это человек, у которого товарооборот 3000 баллов, это примерно, ну, если взять цены русские рубли, 225 тысяч товарооборот русских рублей, да, то есть это получается директор, если смотреть 75 рублей балл, да, далее, значит, 18 раз в год такой директор получает денежку на свой расчетный счет в банке. Мы с вами делились суммами, которые мы уже сейчас зарабатываем, и своим процентным уровнем. Да, предлагаю вам возобновить и обязательно отпишитесь сейчас мне в чат, какой у вас на данный момент процентный уровень. 3, 6, 9, 12, 19, 23. Да, то есть старший, серебряный, золотой и так далее. И свою выплату, да, ну, кому не жалко, кто пусть поделится. Проценты, выплату обязательно свою, чтобы вы поделились своими выплатами. Да, у каждого они свои, кто-то еще только начал зарабатывать. И как раз об этом мы с вами сегодня будем разговаривать очень серьезно. Да? Вот, Оля, 18 тысяч, да, вот смотрите, 19%, 18 тысяч. И перед всем перед этим, да, вот смотрю, уже нормально людей зашло на вебинар. Хочется сказать, дорогие наши 19-процентники, вас очень много, я смотрю, да. Что хочется вам сказать, не забывайте этот каталог, не только праздничный, не только будет взрыв по росту, да, но этот каталог еще дает вам возможность, что? Кто мне скажет, что? Открыть 23%, он вам дает возможность и... квалифицироваться на поездку в Тунис. Поэтому, конечно, поднажмите, откиньте, да-да-да, откиньте все свои дела на задний план, ни на что не отвлекайтесь и сделайте это.
Мы будем очень рады вас видеть вместе с вами. Но, конечно же, для тех, кто уже точно не выполнит условия на Тунис, вы можете с нами поехать, но просто за свой счет. Не забывайте, что у нас с вами на проекте есть очень хорошая девушка Елена Зиновьева, и она вас поселит вместе с нами, просто вы сами заплатите за эту поездку. Да? В прошлом году у нас ездили процентные лидеры, да, которые не успели выйти на статус директора, или ездили директора, которые уже давным-давно директора, да, и в акции они не участвовали, но они все равно поехали со своей командой. Поэтому не забывайте, каталог 2. Да-да-да, вот Валентина, кстати, пример. Она просто так взяла и с мужем поехала, да, то есть приобрела путевки в данный же отель вместе с нами, и все мы вместе из Москвы вылетали, что было круто. Какой отель, не могу сказать, это вопросы к Елене, потому что в Тунисах куча мелких отелей, нету таких вот здоровых, огромных, чтобы там всей толпой разместиться, поэтому, конечно, у нас с вами есть чат по Тунису, и сейчас очень важно, прямо мега важно проинформировать всем своих людей. Да, да, даже если вот к вам человек завтра придет, да, сразу же сказать, что есть возможность по предварительной броне съехать с нами в Тунис, даже если он не успевает за один каталог 3000 баллов сделать, да, то есть, ну, это практически невозможно, и чтобы он ехал вместе с нами, если он захочет, да, чтобы планировал в июле поездка, ранняя бронь у нас с вами до конца марта, да, поэтому обязательно делайте загранпаспорта и едьте с нами, если захотели бы, да. То есть, когда будет известен отель, то есть отель будет известен тогда, когда все-таки мы узнаем количество участников. Итак, значит, все мы с вами знаем, что по итогу каталога 2019 года, да, то есть по итогу этого текущего периода, мы с вами объявляем первого победителя по акции «Шок» это по-нашему, да, и он куда-то будет выбирать свою поездку, да, куда он поедет, полетит, директорский банк, приз 50 тысяч рублей, да, все вы знаете, скорее всего, эти условия, но давайте их с вами еще раз проговорим. Если вы более трех каталогов подряд делаете по 50 баллов, вы становитесь автоматическим участником, никуда отчитываться не нужно, мы сами распечатываем распечатки и сводим людей, да, то есть если вы VIP-консультант, вас списывают два раза, если вы делаете 150 баллов, три раза и так далее, то есть чем больше ваш заказ, тем больше повышаются условия на приз, да, далее, что еще хочется сказать, Танюш, точно не подскажу, сколько стоит Тунис, но где-то может быть от 30 до 40, не могу сказать, с одного человека. Вот, наверное, так, скорее всего. Потому что мы, когда ездили в Турцию, мы брали по предварительной броне, у нас получилось 30 500 рублей с человека, с мужем, да, то есть 60 тысяч, это получается 91 500, у нас получилось, мы съездили втроем, да, съездили очень хорошо с дочкой, в пятером, да, а потом еще мама с папой захотели поехать, и у них уже было 40 тысяч, потому что бронь была не предварительная, да, вот, чем позже вы бронируете вместе с нами ехать, тем дороже путевка. Ну, это уже туроператоры сами делают, да, сами завышают, да, от количества ночей и так далее. Поэтому сейчас, на данный момент, нам с вами нужно понять, что это последний каталог на Тунис для подтверждения, да, то есть сделайте это, выберите успех, выберите статус директора, дорогие 15-19%. Почему? Потому что ну, особенно те, кто получают по 19%, да, вот 18 тысяч рублей, да, это, конечно, там 20 с лишним в пересчет на месяц, но что хочется сказать, вот самое важное, что вы должны понять, что по 23% это намного выгоднее, да, и, как говорится, уровень 19% ни себе, ни людям, поэтому, дорогие директора, да, ваши будут очень рады, если вы все-таки откроете уровень директора, а они откроют уровень драгоценного директора, да, они будут просто пищать от радости. И, конечно же, выходите, потому что 23% или 19% выплаты, конечно, различаются. 4% с вашего товарооборота плюсом – это очень даже
ощутимо, да, очень ощутимо. Вот, особенно, ну, я думаю, лидер 19% считать умеют, поэтому, конечно, это очень ощущается хорошо. Далее, значит, мы с вами разговаривали о Тунисе, поговорили, о акции поговорили, и вот сейчас у нас начался с вами первый день марафон по Ютубу. Вот, все новости мы с вами обговорили, еще хочется с вами поговорить на день рождения. О дне рождения на проекте Faberlic Online 20 апреля город Киров и, по-моему, 13 апреля Черкассы. Да, куда вам угодно, спасибо, Андрюш, куда вам угодно, вы можете ехать, вы можете отдыхать, ехать, да, куда угодно, на любое событие. Что в себя включает день рождения? Ну, грубо говоря, это такая двухдневная туса в шикарных местах. Вы приезжаете. Если желаете, то вы можете поехать вместе со всеми на экскурсию и вечером в аквапарк. Это Киров. Черкассы, по-моему, шашлыки хотели, да, на шашлыки сходить. Ну, там апрель уже тепло, а у нас в Кирове слякоть, холодно, еще минус, поэтому да. Вот. Далее, значит, день рождения проекта, еще о чем говорится, второй день, да, второй день у нас с вами будет день рождения и караван историй, да, то есть директора вам будут рассказывать свои истории успеха, поэтому, дорогие директора, кто готовится, готовьтесь, да, предупреждаю вас, готовьтесь, вы будете звездами у нас, вот, и, конечно, будут награждения, розыгрыши, призы и все такое прочее, да, ну, будет, я думаю, очень даже здорово, награждены будут все, да, то есть кто уже идет у нас по доске почета с 12%, да, все, кто приедут. Поэтому самое главное вам сейчас прокоммуницировать про дни рождения. А по Ютубу позже будет, мы его просто разрабатывать уже начали, из-за этого я оговорилась. Да, следующий марафон по Ютубу, я вам признаюсь, потому что я его как раз организовываю, девочки будут проводить. Да-да-да, в точку, поймали меня, да? Да, оговорилась. Вот, и что у нас с вами получается дальше? Сегодня мы с вами хотели научиться считать как раз-таки, да-да-да, научиться считать хотели... балл и отличать полный балл от половинчатого балла, потому что, в принципе, информация данная очень важная, да, вот представьте, вы хотите стать VIP-консультантом, и вы можете сделать заказ, ну, если взять цены, в пример, опять-таки, российские, да, чтобы уже было всем понятно, вы можете это все конвертировать, дорогие наши любимые другие страны, да, и что у нас получается? Если взять полный балл, то это будет около 8 тысяч рублей. Если взять половинчатый балл, это будет около 15 тысяч рублей заказ. Да? То есть разница просто огромная. Самое главное, что нам с вами нужно понимать, что дополнительный ассортимент – это белье, одежда, аксессуары, продукция Денос, товары для дома. Да? То есть не порошок, да, к примеру, а именно товары для дома – это посуда, там, что у нас там, ножи, вот это все. Да, да, оговорка по Фрейду. Получилось. Да, товары, участвующие в каких-то сильных крутых акциях, они идут 150 рублей за один балл. И также у нас с вами есть стоимость балла для расчета вознаграждения. Вот, и полный балл – это косметика для ухода, декоративная косметика, парфюмерия, продукты здоровья, косметика для дома – 75 рублей балл. Да? То есть 75 и 150. То же самое в других странах. Есть полный балл, есть половинчатый балл. Самое главное сейчас понять принцип. Поэтому я включаю демонстрацию экрана. Хочу увидеть плюсики, что у вас оно пошло, поехало. Так, дорогие мои, видно ли вам? Видно ли вам все, что у меня на экране происходит? Так, плюсики, да? Отлично. Нету плюсиков. Минусик. Я не вижу, что у меня демонстрация пошла. Что на экране, дорогие мои? А, все, увидела.
Увидела все. Значит, я зашла сейчас в кабинет своей дочери, потому что тут намного легче, намного проще все увидеть. А, да, то есть давайте перезагрузимся. Скорее всего, меня опять выкинула. Угу. Да, то есть и я захожу в свой личный кабинет. Да, и тут мы с вами видим. Когда мы с вами видим продукцию, любая продукция, без разницы какая, можно вычислить полный или половинчатый балл. Давайте нажмем косметику, быстренько по этому делу пройдемся, не будем с вами сейчас долго останавливаться, да. Вот смотрите, значит, подарочный набор Beauty Cafe, да, он стоит то же самое в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия, Молдова, Беларусь, все то же самое, везде одинаково, просто у вас тенге гривны, да, чтобы вы меня не запутались, мои дорогие. Значит, берем калькулятор и вычисляем 999 рублей минус кэшбэк, да, 259 рублей, которые вам начисляются на ваш счет, у нас с вами получается 740 рублей. Теперь сколько это дело весит баллов? 9,87. Делим на 9,87 баллов. Равно 74 балла, 74,97, ну, в общем, 75, да, то есть это половинчатый балл. И если, ой, полный балл, простите, да, и если мы с вами его добавляем в корзину, то у нас получается с вами 4000 с чем-то рублей, не считая кэшбэк, получается сумма за 50 баллов, да, там 4 с чем-то тысячи. Вот давайте сейчас посмотрим, что я имела в виду. Сейчас я открою корзинку в новой вкладке. Вы все это себе запомните, да, то есть вот она у меня, да, допустим, беру я 5 штук. 5 штук это 5000 рублей. И вот оно 4,995 получается. Да, 49,35. Если я возьму шестую, тут уже будет немножко перевес. Но вы поняли, да? Получается 59 баллов. И вот тут вот вы можете посмотреть, показать больше информации, да? Вот, значит, таким вот образом баллы за штуку 9, да, то есть по каталогу он стоит вот так, а ваша цена вот это вот, да, 740 делим на 9,87, получается 75, да, там копейки были, и то же самое и тут. 59 баллов у нас с вами вышло, так, подождите, 5,990, так, минутку, 4. 5994, да, вот, итого мы вычитаем 1554, да, у нас с вами получается 4440, что-то больно мало я насчитала, да, под расчет за 59 баллов, да, то есть таким вот образом. И, скорее всего, я опечаталась, дайте-ка я пересчитаю, 5994 я вычитаю, 1554, что-то мне не верится. Да, да, то есть, вот, смотрите, вот такая вот у нас с вами выгода получается, да, то есть, своих денег мы платим вот за 59 баллов вот такую сумму, да, и это дешево, согласны со мной? Все про это знают? Да, все про это знают. Ничего не видно. У кого не видно, обновляйтесь, дорогие мои, или потом можете посмотреть запись. Да, полезная информация для вас. Сейчас будем смотреть, что такое промо-балл. Полезная, да? Угу. Давайте, значит, поехали с вами дальше. Сейчас я удаляю заказ. Очень часто все спрашивают, где удалить заказ. Вот где, да? Ок. Нажимаю, все, перезагружается, у меня тут пусто, да, получается. Ваш заказ был удален, и кнопку продолжить далее, видите, нету, значит, он удаленный. Смотрим любую одежду, любые аксессуары, да, все, что тут есть, да, колготки, без разницы, что, да, мы, допустим, берем с вами, давайте что-нибудь подороже возьмем, ну, вот это же колье Белла, да. Смотрим. Во-первых, на это всегда скидка идет 20%, даже если ваш максимальный кэшбэк 26%, все равно 20% кэшбэк. Да, давайте смотреть. Так, я что, калькулятор-то закрыла, да? Ну, сейчас прогрузим. Баллов 5 баллов, а стоит оно 999 рублей, да? Значит, 999 мы вычитаем 200 рублей, ой,
мы вычитаем 200 рублей кэшбэк, у нас с вами получается 799 рублей. И тут же мы с вами 799 рублей делим на 5,33. Получаем 149, да? То есть это у нас промо-балл. И если мы таких колье, да, надобавляем в корзину до 50 баллов, да, в принципе, любой продукции, не только это колье, то у нас с вами получится уже, давайте также возьмем 5 штучек, да, видите, 26 баллов на 4000, да, то есть у нас с вами уже получается, что мы должны взять 10 штучек. Да, 10 штучек получается 53 балла на 9900. Да, вот она у вас и получается разница. Промо-балл, полный балл, половинчатый балл. Да, то есть вот что значит дополнительный ассортимент. Да, да, 5000 уже, да, вот что значит дополнительный ассортимент. Конечно, если мы пойдем, допустим, это колье купим в магазине, нам баллы вообще за него не дойдут, да, то есть на то он и дополнительный ассортимент, чтобы он у нас был. Да, вот вы сейчас поняли. Вот это самое важное, что нужно знать, когда вот вы, допустим, делаете заказ, у нас с вами есть даже подарки, акции какие-то, подарки, еще что-то, и как раз вот промо-балл от полного балла этим и отличается. Цену, из цены вычитаете кэшбэк, делите на количество баллов, которые дается, и у вас получается промо-балл или полный балл. Да, вот это вот очень важно. Далее, один и тот же продукт, допустим, может быть с очень крутой скидкой, допустим, в прошлом каталоге, и он будет идти по промо-баллу, а в этом каталоге он будет чуть-чуть подороже, но он будет идти по половинчатому баллу, по полному баллу, простите, да, то есть, но смотрите, когда мы с вами получаем денежку на свой расчетный счет или на свой кабинет Faberlic, то нужно сейчас понимать, что мы с вами с баллов получаем товарооборот. И у нас с вами получается, так, минутку, давайте я зайду в корзину. А, я уже удалила заказ, да? Молодец. Вот, а, это я под собой, я под своим номером. Да, то есть, что у нас получается? Давайте, вот с каждого балла, да, нам платят с вами по нашему процентному уровню, да? То есть, если вы делаете 50 баллов, если вы делаете 50 баллов, то вы за свой заказ тоже получаете по своему процентному уровню. То есть, если взять также, давайте будем брать пример цены России, то 53,30 мы, допустим, умножаем на балл, на цену выплаты вашей страны и умножаем, допустим, вы вышли на 3%, да, 0,03. Да, и у нас с вами получается, что мы за свой заказ еще 95 рублей получили. Да. То же самое денежка возвращается за наш заказ, если мы, к примеру, что полный балл, что промо-балл одинаково, да, то есть сколько баллов, выплаты идут именно с баллов. Вот, значит, получается, если мы с вами директора, это первое, к чему нужно всегда стремиться, выходить на уровень директора, за наш заказ нам с вами заплатят 0,23%, если мы на 3000 баллов, да, 53 умножаем, к примеру, на 60 и умножаем на 0 уже 23, да, процента, да, у нас получается уже минутку. Так, 53,3 умножаем на балл выплаты и умножаем на 0,23. Зачем я нажала кнопку? Да, уже получается за свой заказ мы получаем 700 рублей, да, со своих баллов. То есть сделали мы с вами заказ на 10 тысяч, да, получается, вместе с кэшбэк. Или сделали мы свой заказ на, получается, 4 тысячи, да, как вы все видели. Там 56 баллов было, да, на 4 тысячи рублей. Без кэшбэк, да, я сейчас говорю. То у вас все равно выплата будет одна и та же за вас ЛТО. 735 вот рублей, да, ну, 700 рублей получается. Поэтому это тоже нужно обязательно знать, когда вы делаете заказы, что за ваш товарооборот компания Faberlic вам тоже платит деньги помимо кэшбэк,
помимо кэшбэк, помимо того, что вы идете по стартовой программе, может быть, кто-то идет по VIP-программе, кстати, отпишитесь, кто VIP и сколько периодов, и помимо того, что вы получаете подарки по программе Faberlic Club, ваша компания Faberlic платит вам еще и денежки на наш расчетный счет. Да, вот это можно, в принципе, даже уследить именно в отчете. Вот что мне хотелось вчера вам рассказать. Мне кажется, что это VIP-35. Андрюх, не поняла твой вопрос. Анна, а как половинчатый балл? Понимаешь, есть баллы, есть количество баллов. Неважно, сколько эти баллы стоят, промо-балл это или полный это балл. Рублей компания Faberlic делает балл на выплату, да, то есть VIP-1 каталог, ага, так, Юлия, поставила ли ты галочки в своем кабинете, чтобы компания под тебя людей регистрировала, обязательно поставь, не знаешь где, обязательно проставь, чтобы этого не было у тебя, что ты там пропускаешь людей, да, то есть заходишь личные данные, смотри внимательно, специально для тебя. Заходишь в личные данные, нажимаешь настройки. И вот тут вот ставишь, что я хочу получать контакты потенциальных покупателей. И ставишь галочку, и внизу нажимаешь сохранить. И тогда компания под тебя будет еще людей регистрировать. У меня уже рега пришла по VIP, да? Угу, хорошо. Да, компания Faberlic VIP-ом очень хорошо помогает. Так, ну что ж, убираю презентацию. Это то, о чем мы с вами поговорили. Дорогие коллеги, есть ли вопросы по данной теме? И мы с вами побежим дальше. Есть ли вопросы по данной теме? Задавайте. У меня там стрим в Инстаграм. Да, я только вижу вот вебинарную комнату. Да, понятно все. Нет, понятно. Что значит VIP? VIP-консультант – это человек, который делает личный заказ, каждый каталог на 100 баллов. То есть у него большие заказы. И когда компания Faberlic, к примеру, рекламируется, еще что-то, то люди регистрируются на сайте Faberlic. И вот таких людей компания распределяет между VIP-консультантами. То есть она доверяет только тем, кто хорошо знает ассортимент и кто может по-хорошему проконсультировать. Вот что значит VIP. Ну что ж, все, поехали с вами дальше. Так, и, конечно же, в прошлом вебинаре мы с вами не поговорили про поощрение и признание от Faberlic. Это, конечно же, бывает раз в году очень крутое, прямо мега суперское, я даже не знаю, как его обозвать, мероприятие от компании, это ассамблея Faberlic, да, и на этой ассамблее мы просто, понимаете, мы просто отдыхаем душой перед нами и танцуют, и все. Лариса, цену, из цены вычитаешь кэшбэк, делишь на балл. Если у тебя получится 74-75, это полный балл. Если 149, там 151, это промо-балл. Не поняла, да, значит, как считать? Расспрашиваешь. То есть ты можешь все так вот таким образом просчитать в своей корзине, чтобы было удобно. Уже новинки. А, я забыла заказать новинки. А, все, вебинар окончен, я пошла заказывать новинки. Да, я вчера же хотела заказать. Божечки ты мой, спасибо, Ириш, напомнила. Так, новинки. Лариса, ответь мне. Или, ну, давайте поедем дальше. Вот, значит, и также, кроме ассамблеи, раз в году от компании Faberlic, где проходят все награждения, всех VIP-консультантов награждают, да, и так далее, и так далее. Еще у нас бывают путешествия за счет компании. Это, вот, знаете, просто даже не перечислить. Я помню, как девочек возили остров Хайнань, это, по-моему,
Китай, да, или Япония, вот забыла, да. Потом, значит, я уже сама лично от компании ездила. Это остров Шри-Ланка, это Доминиканская Республика, это остров Бали. И сейчас вот год в 2019 году Италия Бари. Китай, да, спасибо. Будет Италия Бари, конечно же, я туда хочу ехать. Там будет отдых такой вот не такой подвижный, как, допустим, в Доминикане и Бали. Там будет вот такой отдых больше спа, курорт, развлекуха, релакс, да. То есть я, конечно же, очень туда хочу попасть и буду выполнять условия. Что нужно сделать, чтобы ездить каждый год с компанией Faberlic? Конечно же, ваш первый раз. Ребят, это люкс-курорты. Я вам сейчас не пытаюсь вас туда там заманить, еще что-то, но вы представьте, когда вы растете, развиваетесь, получаете деньги, получаете премии там в 165 тысяч русских рублей. Напишите мне, пожалуйста, в чате, помогите, сколько это в тенге, в гривнах и так далее, да, то есть в своей стране напишите мне, чтобы новички увидели, да, и... Ларис, почему невыгодно? Баллы все равно даются. Баллы все равно даются, просто ты теперь знаешь, где полный балл, где промо-балл, да, чтобы твой заказ был более выгоден. Ага, вот. И что у нас получается, да, то есть вы растете, помогаете трем людям вырасти до уровня директора. Ваша личная группа должна быть не менее 1000 баллов бок от этих трех директоров ваших. И все, вы мало того, что выходите на хороший доход, вы получаете отличные выплаты, да, ежекаталожно 18 раз в году. И еще каждый год компания Faberlic вас бесплатно за свой счет. Никаких налогов не надо платить, ничего. Вы просто берете и едете за счет компании, да, то есть единственное, что вы платите, это за такси добраться до аэропорта, вот, но это уже как бы да. Вот, ну, я иногда задумываюсь, когда заказ большой, да, то есть 100 баллов делать легко, конечно, да, но вот недавно ко мне пришел новичок и говорит, продавать не хочу, ничего не хочу, вот сделала заказ на 1000, оплатила, я говорю, хорошо, знаешь, что у тебя пробный заказ, в следующем каталоге ты, если сделаешь заказ там на 2000 рублей, да, там у нас с вами идет парфюмерная вода от Валентины Юдашкиной, ты получишь приз, не сделаешь, приз ты не получишь, но кэшбэк у тебя уже будет 20%. Она да, я да. Да, то есть мы с ней так вот обсудили это все. То есть я ее поставила перед фактом, что она может потерять, и все. Ну, как бы я не настаиваю. Человек хочет расти, работать, обучаться, пусть растет, работает, обучается. Мне не принципиально, чтобы она вот прям сделала этот заказ. Самое главное, чтобы она научилась рекрутировать. Чем быстрее вы научитесь рекрутировать, приводить людей в свою команду, о чем этот курс и есть, да, тем быстрее вы сможете делать не только 50 баллов, но и 500, да, и вам это будет щелк, да, то есть, когда мне, я снимаю, как вы знаете, много очень видеообзоров на своем YouTube-канале, и когда мне начинает придираться, Анна, зачем вам столько продукции, да, то есть, я говорю, что я трачу менее чем 1/10 часть своего дохода на данную продукцию, то есть, планки по заказу компания Faberlic не повышает ни с уровня директора, ни с уровня драгоценного директора, да, то есть, ни с какого уровня, вам как надо делать 50 баллов, так и надо делать 50 баллов. Но на 3% наша с вами зарплата 180 рублей, на 6 720 рублей, а извините, на уровне уже там директоров и так далее будет, конечно же, уже и 100, и 200, и 300, и так далее, тысячи. Вы должны понимать, что это очень круто, да, то есть планку компании не повышает. Хорошо, Лариса, я посмотрю. Вот, далее, значит, поехали с вами. Вот это нужно обязательно понять, да, то есть ко мне недавно пришла девушка, она пришла с земли, как бы, ну, я так называю, потому что у нее нет опыта работы в интернете, да, то есть мы с ней учимся с нуля сейчас поэтапно. И она такая говорит, Ань, ну ведь вложения нужны. Я говорю, да, надо компьютер и время. Она такая, а заказ? Я говорю, а что, если бы ты не работала в Faberlic, ты бы, говорю, не мылась? Мы с ней так смеялись. Я говорю, мне очень понравилось. Я тогда с пирамидщицей спорила. У нас так вышло, да, что она говорит, закуп продукции не нужен, давайте идите к нам, у нас тут хорошо, мы тут прям круто, быстро растем. Я говорю, а куда денутся люди, когда ваш мыльный пузырь лопнет, да?
Она такая, хоп, молчит. Я говорю, как будете людям в глаза смотреть? Хоп, опять молчит. Я потом ей задаю вопрос, говорю, вот вы мне скажите, вы же все равно моетесь. Вы же, говорю, все равно моетесь, вы стираетесь, какая разница где, да? То есть закуп продукции, работаете вы в компании Фаберлик, не работаете вы в компании Фаберлик, все равно нужен, так ведь? Вы все равно ходите в магазин, вам все равно надо чем-то мыть посуду, мыть волосы, снимать макияж и наносить этот макияж, так ведь? Поэтому, конечно, когда в пирамиде люди проплачивают пустые площадки, они все равно помимо пирамиды ходят в магазин и все равно это покупают. Поэтому все пирамиды я считаю чушью, неофициальной, нелегальной, противозаконной чушью, да, вот, и когда все это лопается, и лопается так громко, все это обсуждают, и все равно туда же и обратно, да, то есть, то получается, ну, просто смешно, вот, далее, значит, компания Фаберлик работает честный, белый, легальный доход она вам предоставляет, то есть, вы полностью застрахованы от всего, и у вас идет стаж, да, как у индивидуального предпринимателя. Вы платите налог, 6% налогообложения, это тоже нужно понимать, да. Вот, далее, значит, поехали те с вами. Помощь и поддержка, программы и акции. Программа акций у нас сколько? Кто сколько знает программу акций? Давайте быстренько перечислять. Хочу видеть в первую очередь быстрый старт программы. Ну, я не знаю, вот розовые очки, хоть тонну розовых очков на день, но неужели ты стукнешься об стенку, грязь отпала? Все равно ты пойдешь мыться, да? Вот я его так тогда написала. Я говорю, грязь-то с вас как отпадает? Вы мне, говорю, объясните. Говорю, вот я вот это вот не, все пыталась с нее. Вот. А она, вот знаете, вот юлит, юлит, юлит. Я говорю, то есть вы не моетесь, не краситесь, не завиваетесь, вам не нужен ни лак, ни колготки, говорю, ни нижнее белье, вообще ничего не делаете, да? Давайте, программы и акции, какие у нас с вами есть? Что это такое? Давайте помогайте новичкам. Быстрый старт, хорошо. Фаберлик Клуб, стартовая программа, VIP-программа, бонусы, бонусы материнства, усыновления. Вот, хорошо, поехала, поехала, молодцы. Да, отчеты, актуальная информация. Очень легко работать у нас в компании Фаберлик, если вы смотрите наши видео, которые мы рассылаем под конец каталога, где вы можете распечатать распечатку и увидеть, кто у вас сделал заказ, кто у вас не сделал заказ. Даже если у вас 1000 человек в структуре, вы легко отсортируете, разберете людей и позвоните им и скажете, что вам положено вот 2 парфюма на выбор в подарок. Да? То есть это все здорово. Да? То есть отчеты у нас, актуальная информация, она есть всегда. А, далее, кэшбэк, молодец, Аллочка, быстрый старт, подарок новичка, стартовый Фаберлик Клуб, акция новичка. Вот, далее, отчеты и актуальный, автоматизированный бизнес, о чем это говорится? То есть, за нас настроено все. Мы идем в соцсети, рекрутируем, рассказываем, информируем, регистрируем, да, сопровождаем по заданием и автоматизированный бизнес еще вдобавок идет и от компании, и от проекта Фаберлик Онлайн. То есть наши новички, они вообще в шоколаде. Они не представляют, что стоит трудов создать самому вот такой вот огромный вот этот вот велосипедище, да. То есть, Танюш, автообзвоны отменены. Отменены, потому что они не дали своего, как даже тебе сказать, не дали пользы особой, поэтому автозвон отменен, знай, с этого каталога, вот, но подключена автоматизированная рассылка Viber. Вот, далее, значит, автоматизированный бизнес, это когда новичок, компания Фаберлик отвечает вашему новичку за доставку, за качество товара, за выплаты, за бухгалтерию. То есть полностью все берет на себя компания. Когда вы приходите на проект Фаберлик Онлайн, что вас ждет? Получается, новичку выдается 2 лендинга, да, за 25 первый, за 50 баллов второй. Новичку выдается полностью все обучение. Новичку выдаются автовебинары, да. Что еще у нас есть? Кто вспомнит, да? Новичок участвует в различных акциях от проекта как Тунис, да, в акциях путешествия Фаберлик, да, потому что там человек сам выбирает, куда он поедет, где он еще участвует, да. То есть это просто невероятно огромный ком человеку.
предоставляется. И по сравнению с работой по найму, тут у нас, знаете, вот как сказка. Свободный график, человек уже был бы рад, да? Вот. Далее, значит, вот что такое автоматизированный бизнес. Новичок приходит, обучается. Если он пришел вчера, то он завтра уже сможет обучать своего новичка. Так ведь? Или директор будет открывать задания, пока тот не изучит все 8 заданий новичка. То есть тот, кто идет, рекрутирует в соцсети, регистрирует к себе людей, уже знает, что за него его новичка обучат. Да? Ему только открывать задание, сопровождать и говорить, вот тут у тебя неправильный пост, вот тут у тебя некрасивое фото, убери. Вот тут вот в тексте у тебя грамматическая ошибка, исправь. Да? То есть вот такие вот, да, марафоны, кстати, сегодня вот по Фейсбуку стартовал. Далее. Мероприятия от компании. Весной, осенью бывают региональные мероприятия, да, то есть и вот сейчас будет Италия от компании и будет ассамблея, да, в Москве осенью, в сентябре. Далее, Академия Faberlic онлайн обучение, да, очень часто мне говорят, меня не обучают, да, на проекте Faberlic онлайн есть обучение, и также есть компания Faberlic обучение, пожалуйста, покупайте, там 200 рублей, по-моему, оно стоит, покупайте, обучайтесь, если вам вдруг кажется, что онлайн вас плохо обучает, да, есть такие, конечно, люди. Далее, поедемте с вами далее. Значит, перейдем с вами к маркетинг-плану. Это то, что нужно нам с вами знать. Самое основное, что нам с вами нужно уяснить, раз и навсегда компания платит. Не поняла, как эта трансляция отключилась. Я... Так. Ага, все, я поняла. Поняла тебя, Антон. Это ты. С главной комнаты вышел. Да, отключилась, походу, я запустила, да, то есть самое главное, что нам сейчас еще нужно с вами понимать, это то, что у нас с вами есть, компания платит только за товарооборот, вот только за товарооборот и не за перепись населения. Очень много бывает таких случаев, когда человек приходит и как с катушки срывается, да, и начинает говорить: я зарегистрировала сегодня 30 человек, да, весь класс там, да, девчонки молодые приходят, весь класс перерегистрировали, говорят, все, где мои деньги, да, то есть ничего не понимают, ничего не хотят слушать, не хотят обучаться, и получается потом говорят, развод, и уходят, да, то есть, ну, вы поняли. Чтобы у нас с вами такого не было, конечно, нужно понимать, что если вы идете на работу по найму зарабатывать 20-30 тысяч, сколько лет вы учитесь за эти деньги, да, а если вы хотите зарабатывать 100-200-300, да, о деньгах, которые мы с вами говорили на прошлом вебинаре, то, конечно, вам нужно тоже обучаться. Пусть не 5 лет, но обучаться вам нужно. Так ведь? Да, Жень, вот был у меня тут недавно случай, девчонка весь свой класс перерегистрировала, ну, как бы это нормально. Вот, я сидела, потом удаляла, говорила, что это ошибочная регистрация. Вот, было дело, да, то есть люди до такой степени не понимают. Поэтому компания Faberlic нам с вами платит за то, что мы работаем со своей командой, даем им обучение, обучаем их, как расти, обучаем их зарабатывать, обучаем их маркетинг-плану. Но очень часто такое бывает, что наставники недопонимают какие-либо акции, да, или наставники не знают, что такое маркетинг-план и как строить структуру, чтобы потом ему как можно больше, как вам даже сказать, как можно больше приходило денег на расчетный счет в банке или на ваш счет Faberlic, да, смотря, открыли вы ИП, не открыли, да. Далее, значит, самое главное, что нам нужно с вами знать о маркетинг-плане, это 18 зарплат. Есть 2 двухнедельных каталога, остальные по 3 недели. Стаж у нас идет как у ИП после контрактизации. Что такое контрактизация? Это когда вы заключаете, открываете расчетный счет в банке, отправляете документы в компанию, и компания вам на расчетный счет в банке, как индивидуальному предпринимателю, переводит денежки.
Если вы получаете 10 тысяч, то можно уже открываться. Если вы получаете меньше 10 тысяч, да, то сами подумайте, что такое ИП. Да, ИП – это налоги, это 2 тысячи в месяц, по-моему, или 3 тысячи в месяц. Честно, не подскажу сейчас, муж платит налоги последний год. Я помню, что там немножко повысилось. Да? То есть у ИП, как и на работе по найму, есть налоги. Отличие – 3 тысячи, да, Танюш, спасибо. Отличие от ИП – то, что у нас с вами в два раза меньше их платим, но платим все равно. И когда вы открываете ИП, то вы будете делать, во-первых, заказ, и, во-вторых, 6% больше не платим. Но я понимаю, но по найму-то мы платим 13, Антон, да, вот, и, во-вторых, мы платим, так, я сбилась, да, значит, о чем я говорила, да, так, белая зарплата, растущий доход, так, стаж как ИП, да, то есть мы все равно с вами платим 3000 налог, да, и там делаем, допустим, заказ, вот как вы видели, можно 4000 сделать, и на руки нам с вами хотя бы остается денежка, да, какая-то на еду, там, еще на что-то. Если вы там будете зарабатывать, допустим, 5000 рублей, да, то, да, пенсионное отчисление. Если вы будете, грубо говоря, 5000 рублей получать, то и откроете ИП, то вам нечего и будет выводить с этого ИП, вы будете больше должны, и как бы, ну, это просто вам невыгодно пока на данный момент, да, то есть как вы уже будете зарабатывать хотя бы 10 тысяч в каталог, то это уже есть о чем подумать, да, то есть первое минимальное наше, как бы наше стремление, это зарабатывать 10 тысяч каталог. 10 тысяч это мы умножаем на 18 каталог, на 12 месяцев у нас с вами получается хотя бы 15 тысяч в месяц есть. Да? Хотя бы 15 тысяч в месяц. Вот, и вот уже начиная с этих денег, вы уже понимаете, что вы можете на них хоть что-то для себя купить, что-то для себя приобрести. Вот, далее, доход у нас, зарплата у нас всегда белая, да, то есть, а все официально, легально, что бы вам кто ни говорил, заходите на официальный сайт Faberlic и читаете. Компания Faberlic работает в абсолютном правовом поле, да, то есть вы работаете все белым доходом, доход у нас белый. Далее, растущий у нас доход, то есть, кто мешает, допустим, вот Алла Гасанова у нас, да, на вебинаре, да, она директор, 23%. Кто ей мешает открыть драгоценного директора и зарабатывать, к примеру, не зарплату директора, а зарабатывать зарплату драгоценного директора? Никто не мешает, потолка нет, вас оттуда никто не скинет, не надо ждать, пока кто-то там на пенсию выйдет, да, как вот народ привык. Далее, до уровня директора мы зарабатываем от 3 до 23%, с уровня уже директора, старшего директора, мы получаем дополнительно 5% с товарооборота наших с вами директоров. То есть под вами, да, если вы директор, под вами открылся один директор, 5%, второй директор, с него тоже 5%, да, с обоих по 5%, три директора, со всех трех по 5%, да, и свою личную группу в бок надо иметь. То есть вот таким вот образом. То есть, соответственно, ваша группа – это все-все-при-все, кто зарегистрирован не только вами, но и вашими партнерами. И, конечно же, еще самое важное, чего тут нет на этом слайде, мы с вами мульти-левер-маркетинг. Да, сетевой маркетинг, мультилевер. Да, потому что есть многоуровневый маркетинг, а есть линейный маркетинг. Да, и люди, которые попадают в линейный маркетинг, они, грубо говоря, получают за свою первую линию, вторую, третью максимум. Да, где-то есть 5 линий в глубину, но не больше. И если у вас, допустим, ветка там из 40 человек в глубину, да, 40 поколений, то они получают только за первых 3. Понимаете? И получается, что остальное отрезается, и человеку уже без разницы, что он там с ними делает, что он там с ними не делает. То есть вот это называется линейный маркетинг. Да? То есть очень известные компании практикуют это дело, да? Конечно, им это очень выгодно. Да? И что еще хочется сказать? А MLM – это когда... Да, Женя, это так, да. Еще там у нескольких компаний есть такое, да.
А еще как бы мультилевер маркетинг, это говорит о том, что если вы открыли товарооборот 3000 баллов, даже если у вас люди есть в сотой глубине, да, то это все равно ваши люди, и это ваш оборот, и вы будете зарабатывать по 23%, понимаете? У вас никто ваш товарооборот не отрезает. Вот это тоже очень важно понимать. МЛМ. Да, чем хороша именно компания Faberlic. Итак, добрались мы с вами наконец-то до выплат по всем странам. Вот, значит, наш доход состоит с двух частей. До уровня директора это доход только с личной группы, да? Когда говорится ОЛГ, это объем личной группы. Свой личный заказ ваш входит в объем личной группы. А, допустим, когда у вас начинают вырастать директора и становиться самостоятельной директорской единицей, это уже люди, за которых вы получаете 5% бонус. Вот, ага, Женя, хорошо. Вот, я думаю, моменты важные будущим драгоценным директорам. Жизненно необходимо это знать, прежде чем идти на активный рекрутинг, которому мы с вами будем учиться далее, да, то есть поэтапному, четкому, куда нажать еще что рекрутингу. У нас с вами снято видео в 8 заданиях, плюс проходят марафоны, да, почти что каждый каталог, да. А, кстати, еще марафон по похудению скоро у нас начинается. Организатор Лариса Кубе, лидер 19%, которая уже провела один марафон, вот это ее второй марафон, и Вера Тыщенко, старший директор в открытом статусе Казахстан, да, Германия с Казахстаном объединились, чтобы сделать вас стройными и красивыми. Итак, далее, значит, да, то есть знайте про это, информация на моем канале и на канале Николая Андрейко в Телеграм, уже мы раскидали новости, да, вот. Поэтому, конечно, вступайте, там, по-моему, 1 числа, что ли, да, по-моему, 1 числа старт. А у нас 28-е, да, поэтому знайте и рассылайте то, что мы публикуем, не прозевайте. Вот, значит, смотрим, додиректорский маркетинг-план. Сейчас мы с вами чуть-чуть порисуем, да, режим рисования включаю, да. Первый наш с вами уровень, консультант, это 100 баллов групповых, уже там, да, молодцы, это 3%, если вы делаете ЛО 50 баллов, да, то у вас получаются вот такие вот выплаты, да, Украина, Россия, Беларусь. И кажется, маловато, да, вот по идее, вот как раз о чем мы и говорили с девчонкой, которая ко мне вот недавно пришла зарабатывать. Она говорит, много-то как, да, то есть ей кажется, что вот много. Да, далее, старший консультант, 200 баллов, 6%, по 6% уже за структуру, да, и если вы делаете личный оборот 50 баллов, то у вас вот, пожалуйста, такие вот уже выплаты идут, да. Лидер, это уже 600 баллов, это считайте в 3 раза больше, чем, да, 200 баллов, это 9%, поэтому он и лидер. Он уже компании Faberlic сам именуется лидером, да. Лидер — это человек, который за собой ведет свою команду уже, да. 50 баллов, это выплаты, вот они у нас с вами точечки, да, пошли. Вот это вот наши с вами выплаты по 9%, да. Это выплаты на структуру. Обязательно посетите вебинар по маркетинг-плану. Далее, значит, старший лидер, это уже люди идут на доску почета. А еще, кстати, забегу вперед, у нас сейчас для лидеров с 9% скоро будет отдельный чат и классное обучение именно по Ютубу и т.д. и т.п. 5-10. Будет очень хорошее плотное обучение для людей с 9%. Поэтому, конечно, стремитесь побыстрее набрать 600 баллов, чтобы уже попасть в этот чат сразу же, как мы его откроем и подготовим для вас. Надо жирки раскидать по углам. мне бы вот тоже, да. А, значит, далее, старший лидер, это 1000 баллов, это 12%, да, люди, которые уже попадают на доску почета, готовятся к открытию П, попадают в чат топ-лидерский, где уже проходят квесты с 12%, да, то есть вот это все вы должны знать, 15 квестов там идет, в этих 15 квестах вы научитесь делать все, что нужно для драгоценного директора, да. Далее, значит, 50 баллов сделали, вот уже выплаты, да, получается, вот такие вот выплаты, да, каждый смотрит сейчас свою страну.
Далее поехали вице-директор, 1500 баллов, 15%. И вот они, да, наши с вами выплаты, я поставила жирную галочку. Старший вице-директор, это 19%, это 2000 баллов по структуре, и это 19% уровень, и вот они вот идут уже выплаты, да, то есть, и далее вот, значит, до сюда, да, старший вице-директор. Так, далее, кандидат в директора, у нас уже идет 3000 баллов, да, талия-то хорошая, но все равно в целом я заросла, скажу вам честно, я прибавила немало килограмм после вторых родов, я на нашей системе управления весом скинула 18 килограмм, и мне хватило, но я потом обратно набрала 6, пусть не все 18 вернулись, но 6, даже 8, наверное, килограмм я все-таки набрала потихоньку, потому что я уже больше года назад проходила систему управления весом, да, и ссылку на чат похудения проси в личку, Света, у тебя есть моя личка. Вот, да и вообще просто в чате попроси, тебе скинут, девчонки, в новом чате структурном. И 23% это как раз идет кандидат в директора. И если вы открыли 23% и держитесь на этих 23%, 8 каталогов из 18, простите, да, то у вас получается, вы еще получаете премию за то, что вы подтвердились, и вы еще едете в поездку от проекта Faberlic Online. Ссылка на чат для похудения. Свет, но я ее сейчас буду долго искать, а мне бы, конечно, хотелось, чтобы я провела вебинар и не отвлекалась на это. Девочки, у кого есть ссылка, скиньте, пожалуйста, Светлане. А, ты сама хотела скинуть? Скидывай, конечно, скидывай. Вот. Но Вера разрешает ссылку на чат скидывать? Если разрешает, то, конечно. Бонус материнства, да, со статуса вице-директора, все верно. Далее, значит, мы с вами вот как раз идем на эти квалификационные бонусы. Если вы открыли директора и подтвердили его в течение 8 каталогов из 18, вас ждут вот такие вот суперские бонусы. Да, то есть по России это 55 тысяч, по Украине 22 тысячи гривен, ну и так далее, да, то есть старший директор, если вы открыли и подтвердили, да, то есть открыли и не падаете, все, больше ничего делать не надо, да, девочки говорят, а что нужно делать, чтобы подтвердить, им нужно написать или что, нет, ничего делать не нужно, просто растите, 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 и у вам будут падать такие вот бонусы. Все бонусы я собрала, и сейчас я кандидат на бонус в 5,5 миллионов рублей, я сама в них не верю, но если я их получу, я хочу, конечно же, переехать жить в теплый город, да, очень хочется переехать в теплый город. Значит, за серебряного директора уже 110 тысяч идет, за золотого 165, вот как раз, когда мы едем в Италию, да, ну, каждый год разные, конечно, страны, рубиновый 220 тысяч, бриллиантовый 330 тысяч, элитный 500 тысяч, и национальный директор получается 1 000 000 рублей. Вот. Вот, видите, кто-то уже две премии собрал. Кто, девочки, сколько премий собрал, если у нас директора на вебинаре? Директора, наверное, отдыхает после марафона. Вот. Пока, Лариса, ты не директор, ты вся твоя. У тебя нет ГО, у тебя есть объем личной группы, у тебя есть ОЛГ. То есть твой ГО – это и есть твой ОЛГ. Вот. А ГО – это когда у тебя появляются директора. Да. Но ты правильно посчитала, твои 50, твой новичок сделал 50, вместе 100, и ты уже на 3% и получаешь свой доход. Это правильно ты посчитала. Все. Вот, далее, значит, и, конечно же, все, кто пришло к нам вчера, позавчера, там, 10 дней назад, месяц назад, это касается вас, да, касается всех вас, потому что вы можете взять быстрый старт директора. Сейчас у нас с вами идет предпраздничный каталог 23 февраля, потом будет 8 марта, а потом будет, так, минуточку, потом у нас с вами будет, так, апрельский каталог, он не очень, но уже далее уже будут нормальные каталоги, да. И получается, если вы сейчас постараетесь как можно быстрее взять быстрый старт, то вы сможете получить удвоенный квалификационный бонус. Вот вы открыли директора,
да, как мы с вами говорили, получили 55 тысяч за подтверждение. Но если вы откроете директора в течение полугода с момента регистрации, то эти 55 тысяч вы умножите на 2. Поняли? Поставьте плюсик. То есть программа «Быстрый старт» очень простая в понимании. В течение 9 периодов, начиная с момента регистрации, мы с вами подтверждаем любое новое звание от директора и выше 2 раза подряд и получаем бонус по итогам 9 расчетного периода после регистрации. То есть вот у нас в команде есть кое-какие умнички, которые собрали быстрый старт больше даже, чем за серебряного директора. Вот. Старайтесь в течение полугода уже выйти на хороший доход, избавиться от работы по найму. Это, кстати, ваши слова. Кто-то мне так говорил: Аня, я пришла, чтобы избавиться от работы по найму. Я говорю: молодец, нечего дядю обогащать, обогащай себя. Вот. Ну и что ж, поехали с вами дальше. Это у нас с вами вот как раз идет самая огромная карьерная лестница компании Faberlic. Ну и вот мы сейчас открыли вот этот вот данный статус. Это за 4 года работы с момента регистрации. Так, это у меня режим выбора. А где у меня режим рисования? Вот он, да? Вот это вот линеечка. Вот, видите, мы открыли сейчас партнера. Да, нас ждет премия. Вот это вот мы еще не подтвердили. Значит, мы сейчас сразу в двух открытых статусах: партнер и старший международный директор. Да, то есть мы действительно очень уже высоко, очень далеко, и это всего лишь за 4 года. Поэтому я сегодня и вообще все вебинары я вам буду очень конкретно рассказывать и вести вас, что вы должны понять, и потом, что вы должны делать, как вы должны строиться, как вы должны работать со своей командой. Это очень-очень важно. Да, Жень, да, будет вебинар. Хочется, чтобы вот вы действительно сначала вникли. Да, там 2-3 вебинара, чтобы вы вникли во все, а потом вы бы уже поняли, что действительно с компанией Faberlic нужно сотрудничать, и можно сотрудничать, и в компании огромное количество привилегий. Самое главное, не лениться тыкать кнопки, рекрутировать каждый день. Да, когда мне говорят: я устала рекрутировать, я говорю: я ни за что не поверю, что вы найдете себе легче работу, чем тыканье кнопок дома под любимую музыку с любимым там чаем, кофе или смузи. Понимаете? Учимся мы все на сайте «Век роста» в задании новичков, которое мы с вами тоже изучим, Александра. Вот, то есть получается бонус материнства и усыновления Faberlic. Вот как раз про него и спрашивали, да, ребята у нас на вебинаре. Значит, если вы делаете 50 баллов, ну это как пить дать, их надо делать с первых дней, как вы пришли, можете первый раз не делать, но второй, третий уже, пожалуйста, будьте добры, взять и сделать, это бизнес, он нужен вам, не нам. Не нам, он нужен вам. Мы же только ищем людей, которые желают зарабатывать. И мы делаем так, чтобы они у нас зарабатывали. Так ведь? Поэтому, конечно, 50 баллов это вам нужно делать. И ОЛГ от 1500 баллов, не менее 9 каталогов подряд. То есть вы 9 каталогов, вице-директор, делаете 50 баллов. И до момента рождения малыша. Да? Если у вас рождается первый малыш, то вы получаете вот 1500 рублей, получается, в каталог, или за год 28500. Если у вас второй малыш, или третий, пятый, десятый, да, то есть вы получаете по 3000 рублей. Если у вас сразу тройня родится, что ли, я не пойму. Если у вас уже детям 18 лет есть, да, то есть то он уже не считается ребенком. То есть у меня сейчас один ребенок, а второй 18. Я получала бонус материнства. Да, это за рождение ребенка во время работы компании. Если вы на момент рождения своих малышей не вице-директор и не зарегистрированы в компании Faberlic и не делаете 50 баллов, 9 каталогов подряд, то вам компания Faberlic не будет выплачивать деньги.
Да, то есть это для тех, кто именно уже развивается, да, и родил, и компания Faberlic понимает, как вам тяжело сейчас, да, работа, маленький ребенок, да, с которым нигде-то ты не поездишь, вот, и поэтому она сделала такой вот бонус классный, как поддержку мамам целый год, пока малыш на ноги не встал, да. Далее, бонус стабильности, я его сейчас получаю дополнительно, 44 тысячи в год, вот, значит, ясно, да? Очень хорошо, Наталья. Бонус стабильности Faberlic. Условия это, конечно же, только для VIP-консультантов. У нас сегодня на 2 часа здесь. Не знаю, Юля, я хотела, не знаю даже, наверное, следующий слайд уже закончить. Я потеряла счет времени, да? Так, я начала в 18:10. Сейчас 19:10, я так понимаю, да? Сколько сейчас времени? Кто мне скажет? Ну, час я так вижу, что о, час прошел. Час, да? Значит, мы с вами сидим ровно час. Я хорошо, я почувствовала этот час. Да, мы с вами просто на 10 минут позже вебинар начали, поэтому, может быть, вам и показалось долго, да? Далее, значит, бонус стабильности. Он платится всем с уровня директора 2 раза в год. Угу. 2 раза в год платится тем, кто VIP-консультант, во-первых, и, во-вторых, тот, кто не падает в уровне. Да, это, конечно, классно. Самый легкий такой бонус в понимании, слава богу, да, то есть рубиновый директор получает уже, вот давайте на этом слайде с вами закончим, а следующий слайд мы с вами уже тогда не будем проводить, да, ну или давайте проголосуем, как вы хотите, да, то есть мне бы очень хотелось, конечно, вас как можно больше, но я могу провести не 11 частей, к примеру, а 15. Вот, значит, сейчас вы видите как раз, как у меня тут это лицевой счет консультанта. Вот, дата регистрации моя 26.11.2014 год, да, и у нас с вами, спасибо большое, да, и у нас с вами получается, что, как вы видите, пришла я в компании 16, да, так, такая сижу, ручкой в монитор тыкаю, как будто вам видно, да, что я тут тыкаю, сижу. Вот он, мой ЛО0, второй заказ, второй каталог. Я уже сделала заказ, да, потому что тут я за неделю до конца каталога зарегистрировалась. А третий каталог я уже начала делать 50 баллов и начала получать вот свои выплаты. Видите, вот тут вот, сейчас я прям вот так вот жирно так помечу, 622 рубля. Моя первая выплата уже на второй каталог работы. Почему на второй? Потому что вот этот каталог, да, вот этот вот каталог, всего я зарегистрировалась, по-моему, за 6 дней до окончания каталога. Он, ну, грубо говоря, не считается, пока я там смотрела, пока я тут смотрела. Вот, да. Но, конечно, я вышла на 6%. Я вам честно скажу, что вот когда я начала работать, было очень много сомнений, много всего. Знаете почему? Потому что ко мне пришло 54 человека, и никто почти практически работать не начал. Вот, не только работать не начал, но еще и плюс к этому только, по-моему, трое или четверо или сделали заказ, и вот я вышла почти на 3%. И тогда я уже тоже сделала вывод, да, то, что ассортимент компании Faberlic такой широкий, что товарооборот делается легко. Всего 3 человека сделали заказ, и я почти на 3%, да, вот. И далее, значит, смотрите, компания первая, да, то есть я вышла на 6%, и уже за раз, два, три каталога я вышла на 12%. Я очень много рекрутировала девочки, день и ночь, ребенок у меня спала на коленях, я тут же рекрутировала, да, то есть перекладывала ее вместо кроватки в коляску, ногой катала, да, то есть она у меня пока спит, я успевала сделать 2000 охвата человек там за 1,5-2 часа. Я вам серьезно говорю, я успевала делать огромные охваты. Наш рекорд с Антоном, когда мы вдвоем уже сели рекрутировать, это был 12 регистраций за день, найденные вручную, вот этими руками и его руками. Нисколько не вру, нисколько не обманываю, это действительно так. Да, то есть
Ну, Жень, такое тоже бывает, смотря на что акцент делаем, когда регистрируем людей в свою структуру. Об этом мы тоже с вами будем говорить, об акцентах при рекрутинге. Вот, да, то есть далее мой путь, получается, компания третья, это уже раз, два, три, четыре, пять, четвертый каталог, получается, я вышла на 19%, тут я на 19% зависла, да, то есть когда наши дорогие 19-процентные старшие вице-директора думают, что они зависли на 19%, и они не могут ни туда, ни сюда, да, сдвинуться, то у меня тоже было тогда такое ощущение, но все-таки я сделала. Все-таки я сделала потом директора, сказала, да что это такое, да, то есть, и как вы видите, если по 19% я зарабатывала 19 тысяч за товарооборот 2600, да, то тут товарооборот 3900, да, это получается на 1000 баллов больше, да, если я не ошибаюсь, ну, примерно, да, грубо возьмем на 1000 баллов больше всего лишь, а выплата уже 31 тысяча рублей. Вот что значит выплаты на 23%. Так, 17-2014. Списано 500 рублей. Так, 500 рублей. Вы знаете, я сейчас не помню уже даже. 500 рублей. 500 рублей. Сумма к списанию. А, так это мне начислили сумму к списанию через... А, так... Подарок новичка – это 500 рублей, дарились деньги. Деньги дарились, 500 рублей, которые мы списывали через заказ. Все, да. Как раз была такая денежная акция у нас. А я-то думаю, что 500 рублей, правда, а откуда они у меня? Сама задалась вопросом, да, ну, давно, конечно, это было, 4 года назад. Да, далее с вами смотрим. Компания номер 5, 19%, да, 19%, и компания номер 6, уже 23%, и разница в выплатах, как вы видите, 19 200, и, да, то есть получается 31 505, да, то есть я на этом не остановилась, я открыла старшего директора сразу же на следующий каталог, то есть мы скаканули с 3 900 на 5 000 баллов. Я помню, как я устала, как я себя вообще тогда загнала. Честно скажу, я очень много сидела перед компьютером. У меня вот эти вот места глаза побаливали. Я, да, точно никогда не забуду, но все-таки мы это сделали. 36 тысяч, да. Ну и тут, что распечатка была более-менее крупная. Вот наши последние выплаты уже тут и ГО, и ОЛГ, да, то есть... Вот, значит, да, личный оборот, объем личной группы, ГО баллы, да, то есть вот за все, вот тут вот мои выплаты, да, то есть чистыми на уровне открытого бриллиантового директора я зарабатывала уже 190 тысяч русских рублей, вот. Вот эта вот сумма 190 тысяч. Вот сейчас нолики закрашу, чтобы вы видели 190, да. Вот, это, конечно же, мои дорогие, это была уже командная работа, да, то есть рубин у меня открыт за год, бриллиант за 1,5 года, и без команды вы это не сделаете. Никогда. То есть вам нужно обязательно искать рекрутеров в вашу команду, вам нужно обязательно понимать, что вы пришли работать и зарабатывать, вам нужно обязательно понимать, что чем больше зарабатывает ваша команда, тем больше зарабатываете вы. Это вот как пить дать. Вот понимаете, вот как говорится, вот на работе по найму без труда не выловишь и рыбку из пруда, да, есть такое выражение. А у нас должно быть с вами выражение, чем больше зарабатывают наши люди, тем больше зарабатываем мы. То есть вас должно волновать в большей степени выплаты ваших людей, чтобы у них они были как можно выше. А потом уже думать о себе. Ну, вы получите в 500 раз больше, если вы будете в первую очередь думать именно о своей команде. Очень странное бывает, честно вам сейчас признаюсь, да, то есть, хотя на вебинаре есть новички, но вот очень часто я испытываю негатив по отношению к людям, которые говорят, вот она сейчас сделает 50 баллов и заберет свои выплаты, не меньше достанется. Да, то есть человек не видит. Человек не видит, и он не станет драгоценным директором, пока он будет так себя вести. Вот. Мы обо всем об этом поговорим, Женя. Вот. Они прячутся для тех,
Эти рекрутеры, они прячутся для тех, кто ведет личный бренд и все такое прочее правильно. У кого рабочие профили оформлены по минимуму правильно. То есть они идут именно к ним. Вот, скажу вам сразу честно. У кого, кто понимает, что такое хэштеги, кто понимает, что не нужно там фотографироваться в валенках и в балоневой курточке, кто понимает, что нужно более-менее привести свой профиль в порядок, вот к тому они и приходят, Женя. Поэтому, конечно, я твоих страничек не видела, но... Очень часто бывает в страничках дело. А к тому, кто выгружает бизнес, по бизнесу ролики, а не к тому, кто постит кучу продукции, да, то есть к ним тоже люди идут. Вот, так, значит, мой слайд больше обсуждать с вами не будем. Я думаю, вы все это поняли. Вот как вы видите, я еще получила вот тут вот, сейчас вам покажу, квалификационный бонус 55 тысяч один раз, да, то есть 27 тысяч за директора. Тут у меня сразу же одновременно открыт статус золотой и серебряный, поэтому я сразу за два статуса получила премию. И тут у меня за рубина вот 220 тысяч, да, и тут вот у меня за бриллианта 330 тысяч бонус, да. Со скольки страниц рекрутировали? Жень, скажу честно, с огромной кучи страниц я вот точное количество вам никогда не скажу. Да, ну где-то может быть 40-30 постоянно были в работе. Ежедневно. Но с них я рекрутирую не каждый день. Поэтому делаю выводы. Раз в 3 дня примерно со странички рекрутировали. Вот. И задействовали огромное количество страниц. И все это собирали через Квип по совету Ольги Дубяги. То есть вот таким вот образом мы работали. Угу, было дело, да, вот Антон правду пишет, что мы продолжали ВКонтакте, пока восстанавливали. Да, да, да. У нас, понимаете, суть-то в чем? У нас такого не было, что там, если что-то где-то заблокировали... Действительно много. Вот. И когда нас заблокировали, то у нас было всегда где работать. Во-первых, у нас был резерв, во-вторых, у нас были другие соцсети и так далее. Когда человек говорит, я буду работать только в Инстаграме, я буду работать только ВКонтакте, не понимаю таких людей. Ты пришел драгоценным директором стать, или ты будешь на 30 тысяч там на уровне директора барахтаться там 10 лет? А потом поймешь, что все-таки надо подумать о своем будущем уже и о будущем своих людей. Потому что, давайте забежим с вами немножко наперед, если вы директор много лет, если вы директор, то под вами директоров нет. Так ведь? Вот. Если вы директор, под вами нет директоров, значит, под вами есть люди, которые плохо зарабатывают. И вам, как директору, наплевать на этих людей. А мы с вами только что о чем говорили, да? Если у вас годами сидит лидер там на 9-12%, он рано или поздно уйдет, он не захочет так мало зарабатывать денег. А мы с вами те как раз люди, которые должны вдохновлять свою команду и должны ее развивать. Да, и должны заботиться в большей степени об их выплате, а не о своей. И вот тогда у нас с вами и получится статус драгоценного директора. По-другому никак, дорогие мои. Никак, вот поверьте, никак. В первую очередь заботимся о команде, а потом уже думаем о себе. Да, то есть по распечатке, давайте сделаем это последний слайд. По распечатке в выплатах есть накопительный эффект, так же, как в работе. Растет группа, растут доходы. Мы начинаем зарабатывать прямо в процессе обучения с вами, да. Нам не надо 5 лет учиться, а потом идти там стажироваться и так далее, да. Мы с вами можем за месяц уже выйти там на 1000 рублей, за 3 месяца выйти там на 10 тысяч рублей, там за полгода выйти на 30 тысяч рублей, на 40, на 50, да, там, ну, уже у кого какие амбиции, да. И, конечно же, мы смотрим на людей, которые открывают, да, частенько, да, каждый каталог, уровень директора, вот, и... Конечно, нам кажется, что вот они молодцы, не открыли, да, но за этим делом стоит труд, потому что когда мы с вами формируемся в процессе развития бизнеса, мы с вами проходим очень много критериев, да, критериев, на что я сейчас имею в виду, на то, что вы учитесь оформляться, учитесь оформлять странички, учитесь разговаривать, учитесь общаться, да, учитесь слышать людей между строк, да, учитесь посылать голосовые сообщения, вы технически очень
очень много чему учитесь. Вы учитесь, что такое хэштеги, что их должно быть минимум 10 под каждым постом. Да, то есть вы учитесь, что вот на эту фотографию с этим постом ко мне больше людей пришло, нежели бы я выставила там, да, там фотографию с бардаком на заднем плане, да, или там с бутылкой на столе где-то, застолье какое-то, да. Вот. Не уйду, пока не добьюсь своего. Вот. Ну, есть люди, которые, ну, послабже просто, Лариса, понимаете? И вот тут самое главное нам понять с вами, это то, что мы начинаем зарабатывать прямо в процессе обучения. Вот, процесс обучения у нас с вами бесплатный, да, но вы отдаете плату все-таки, да, свое время. Да, вы платите своим временем, вы платите электроэнергией, которую вы ходите, оплачиваете. Это все, что мы с вас просим. Но одно дело обучаться, и другое дело применять это потом все дело в практике. Когда мы с вами не можем применить в практике то, чему мы обучились, вот и получается каламбур. Вот даже когда у нас немножко с вами пооткровенничаю, проходили марафоны по Фейсбуку, я смотрю, девчонка выполнила задание, оформила странички, сделала все круто. А отчитываться, сколько охват в день людей, она не может, потому что она все сделала, она же работает, да. То есть, а саму работу, за которую именно платят деньги, да, рекрутинг ежедневный, она не поделала, да. То есть, или там новичок говорит: Аня, у меня там не получается рекрутировать. Я говорю, напиши свой охват людей, скинь 10 страниц из разных соцсетей на это. Ну, в этой соцсети у меня страниц нет. Охват я сегодня не делала, вчера не делала, позавчера не делала, позапозавчера не делала. Я говорю, а что ты ждешь? Да? Или сделай 20 человек и ждет. А надо сколько? Да? Надо 500 хотя бы. Вот. И получается, что... На данный момент, да, то есть нерост – это лень, это не та целевая аудитория, да, то есть или это не тот акцент, да. Очень часто новички приглашают людей на продукт, к ним приходят купить, а покупатели – это ценное, но временное явление. И вы должны понимать, что в вашу структуру к вам должны приходить рекрутеры. Когда к вам приходит в структуру первый рекрутер, вы не расслабляетесь, а рекрутируете вместе с ним. Вы рекрутируете вместе с ним, да, что получается, охват, да, это спам, весь охват, это все спам, реклама по телевизору, это тоже спам, Ольга, поэтому баннеры на улице, это тоже спам, и чем ваш спам, Ольга, агрессивнее, тем лучше для вас, тем вы быстрее вырастете. Вот это точно. Вот, есть спам платный, есть спам бесплатный, но это все спам, да, давайте называть это своим языком, если вам хочется так называться, да. Вот, и, конечно, когда в вашей команде появляется уже два рекрутера, вот, два рекрутера, да, появляются, то вы не перестаете рекрутировать, вы рекрутируете вместе со своим рекрутером в свою структуру. У вас уже двое, да, то есть он и вы. И у вас уже, к примеру, если вы научились делать 20 регистраций в каталог по одной регистрации в день, у вас уже получится 40 регистраций в каталог, так ведь? Если в вашей структуре появляется третий рекрутер, у вас уже получается 60 регистраций в день, да, то есть вот это тоже нужно, ой, в день, в каталог, простите, это тоже нужно понимать, так ведь? И чем больше ваша структура, в вашей структуре рекрутеров, тем выше вашей структуре, тем больше в вашей структуре людей в целом, которые делают товарооборот. Вот это очень важно, очень важное понимание, да, вот. И, конечно же, драгоценные директора в первую очередь делают упор именно на людей, которые рекрутируют у них в команде. И делают они упор на этих людей, но обучают они этих людей, но сами не плашают. Они сами рекрутируют и даже в два раза больше. Потому что одного нашли, появился азарт. Понимаете? Есть люди, которые попробовали, покумекали, сказали, это не мое, ушли. А вы в него всю душу вложили, а дальше рекрутировать не стали. И вы опять останетесь рекрутером одним единственным в своей команде. Поэтому, конечно, рекрутинг это нужен быть постоянный. И, конечно, сейчас я вам, наверное, кого-то, может быть, я, кто-то меня поругает за это, за все, но лично мое мнение, это, конечно же, кто-то говорит, что важно качество, а не количество, но это не, это выражение работает, не работает в сетевом маркетинге, да, важно и количество, и качество. Да, то есть, получается, новичок к вам приходит, вы его запускаете, ищите сразу другого, он у вас идет по готовому.
обучению. Понимаете, он у вас идет по готовому обучению, вам не нужно на него очень много времени тратить. То есть у вас получается что-то типа конвейер. Вот когда вот вы это поймете, да, вот тогда у вас выстрелит, и выстрелит очень хорошо. Ну что ж, не буду вас больше задерживать. Да, мы с вами просидели примерно 1:20. Я вас всех отпускаю. Было очень приятно, что вы ко мне все пришли. Почти никто не разошелся. Вот, давайте с вами до послезавтра, получается, уже послезавтра с вами встретимся. Вам спасибо за похвалу, очень приятно. Вот, запись вебинара будет не целая, как вы поняли, мы пропустили с вами половину, я не поставила на запись. Будем надеяться, что запись сохранится в вебинарной комнате, целая, да, которая вот прям целая-целая, поэтому молодцы те, кто пришел на самое начало вебинара и не опоздал. Вот, ну все, всем пока-пока, до встречи с вами. Давайте посмотрим Италию. Мне так хочется, чтобы мы туда все вместе с вами поехали.